Хочется сказать о времени, когда проходит праздничный вот этот алиф-ужин, о длительности праздничного алиф-ужина. Конечно, желательно максимально его приблизить к самому прохождению алиф-встреч. Алиф-встреч у нас будет проходить 2 часа. 2 часа у нас проходит сама алиф-встреча, клубная встреча, она 2 часа, ну, желательно ее не продлевать, потому что у нас есть правило вовремя начать и вовремя закончить. И если у нас ужин праздничный проходит где-то 2 часа, это хорошо. Но если он немножечко перетянут, ну, максимум полчаса, потому что там много. Ну, желательно, я просто помню, что у нас столько всего было этих структур всяких. Ну, желательно вложиться в 2 часа. Два часа встреча праздничная. Перед тем, как начинать Алиф-клуб, мы собираемся вместе, и обязательно мы, Алиф-команда, знает о тех темах, которые будут осветлены на протяжении всего Алиф-клуба. Их 15. Почему так много? 2,5 месяца клуб, а тем 15. Значит, 3 темы у нас даются в один день, это на уикенде. Мы будем говорить об этом отдельно. У Ники Гамбла есть хорошая книга, я показывала, «Правила жизни», да, зелененькая такая книжечка, и там разработаны все темы, но, учитывая особенность нашего служения, учитывая то, что мы еврейская мессианская община, учитывая то, что мы в первую очередь служим нашему народу, мы даем темы, мы включаем темы, которые очень близки нашему народу. Я сейчас продиктую эти темы. Если вы хотите, вы можете записать. Но я думаю, будет хорошо, если вы их запишете. Да. Перед тем, как я буду диктовать темы, очень хорошо еще учесть такой момент. Алиф-клуб может проходить и зацепить какие-то праздники. Желательно так его начать, такое подобрать, такое время, чтобы не попали какие-то государственные праздники в прохождение Алиф-клуба. Потому что мы знаем, сейчас страна любит отдыхать. Да? Новый год, и у нас отдых получается от 30 или 31 декабря по 8 января. Или какое, или по 15, я уже не знаю. Как кто отдыхает? Да, вы понимаете... Люди, которые, ну, вот и наши люди, особенно если это начало Алиф-клуба, попадает в начало Алиф-клуба, где-то прошло всего 2-3 встречи, идут праздники, люди уезжают, идут к родственникам, они где-то занимаются своими делами, вот. Ну, да, куда хотите, они могут уехать, вот, и желательно, чтобы вот исключить вот эти, вот то, что мы попадем на эти праздники. Вот. Мы потом еще тоже сталкивались, у нас было время, когда мы столкнулись, проводили летом Алиф-клуб и столкнулись с уборкой картошки. Я вам хочу сказать, что сейчас, мне кажется, вот тема огородов не так актуально стоит. Ну как-то, может, это у нас так. Вот. Но тогда у нас все массово поехали копать картошку. В деревне, в села, на даче. Тоже так получилось. Вот так что надо все это очень хорошо продумать. Хорошо, когда у нас попадают наши праздники, именно в Алиф-клуб, Песах, Рош-Хашана, Ханука вот сейчас, это замечательно. И мы этому празднику посвящаем тему. Вот следующая тема, не следующая тема, но тема уже ближе к Хануке, у нас будет отдельная тема на Алиф-клубе, это Ханука. Мы расскажем людям об этом празднике. Как его празднует наш народ, значение этого праздника. И обязательно будут песни подобраны к этому празднику, игры подобраны к этому празднику. Все должно быть, знаете, так взаимосвязано на этой встрече. Я сейчас скажу о темах встреч Алиф-клуба. Записывайте, да? Первая тема – «Жизнь с Богом». Скучная, лживая, несовременная.
Это вот нулевая тема. Жизнь с Богом. Скучная, лживая, несовременная. Два. Вторая тема. Кто такой Мессия? Вы понимаете, что мы не говорим Иисус Христос на Алиф-клубе. Конечно, где-то в начале мы говорим, что Иешуа – это настоящее имя Иисуса, библейское, еврейское, это настоящее его имя. А потом мы уже употребляем имя Иешуа, Мессия, Машиах. Кто такой Мессия? Вторая тема. Третья тема. Почему Машиах должен был умереть? Вы видите, что тема достаточно серьезная, хорошая тема, и очень важно их правильно и интересно подавать, донести тему до людей, чтобы человек, который пришел впервые, который только прикоснулся к жизни с Богом, только прикасается, его не загрузить, мы говорили вчера, христианскими терминами, его не загрузить просто какой-то, знаете, вот как лекцию ему прочитать. Учитывать надо, что вот эта проповедь, но она должна быть максимально доступна для неверующих людей. Очень хорошо использовать при подаче темы какие-то дополнительные материалы. Можно какой-то рисунки, стенды, можно маленькую такую мини-сценку сделать, показать видимое, как происходит. Поэтому использовать во время темы все возможное, чтобы людям максимум было интересно и просто, и доступно. На одном из алифов мы говорили о сотворении мира. Ну вот мы зацепили вот такую тему сотворения мира. Вот, и мы использовали очень хорошие видеокассеты о сотворении мира. Вот, и там очень было интересно, мы кусочки включали, и вот именно в теме это было очень эффективно. Четвертая тема. Мессия Израиля, кто он? Пятая тема – вера. Шестая тема – антисемитизм. Седьмая тема – тшува, покаяние. Седьмая тема – покаяние. Вы знаете, после такой темы, как антисемитизм, вы слышали вот кассеты вот на эту тему, да? Слышали проповеди на эту тему? Послушайте. Обязательно перечитайте материал, возьмите. Есть сейчас книги вышли, я видела на раскладочках книги «Антисемитизм». Очень хорошая, да. Восьмая. Зачем и как мне следует читать Библию? Зачем и как мне следует читать Библию? При этой теме мы должны максимально обеспечить каждого человека Библией. Помочь людям разобраться в ней, раскрывать эту Библию, показывать, где что находится. Подарок Библия? Если у вас есть такая возможность, будет очень хорошо. У меня на этой теме я столкнулась с тем, что евреи, которые посещают синагогу, они пришли на Алиф-клуб и посещают синагогу уже очень достаточно давно. Когда была эта тема о Библии, когда они открыли Библию, они впервые увидели, узнали, что Тора входит в Библию. Они даже не знали. Да, они даже не знали, что в Библию входит вот эта книга. Поэтому это хорошая возможность, клуб, где евреи в доступной форме могут узнать. Люди, которые давно ходили в синагогу.
хорошая возможность тоже не евреям, зная, что мы еврейская мессианская община, убедиться в том, что у нас такое же Писание. Это все взаимно. Да. И вот здесь вот мы в этой теме, я помню, просто сейчас вот навскидку вспоминаю, я уже говорила, что мы, когда подбирали песни и сценку сделали очень хорошую, у нас просто замечательная есть кассета песен детских, и там есть кассета о библейском червячке, который грызет, вот самые все, сколько он книжек перегрыз, но нашел одну книгу, которая самая вкусная, самая мудрая, самая такая-такая, и вот мы сделали это червячка за ширмой, показывали, как он эти книжечки перебирает. Это очень, это наглядно. Это очень хорошо. Вот эта наглядность, которая должна быть для наших людей. Девятая тема. Зачем и как мне молиться? И вот сейчас середина, приблизительно где-то середина Алиф, и мы выезжаем с людьми на уикенд. И на уикенде мы даем три темы. Об уикенде я буду говорить отдельно. На уикенде мы даем три темы. Кто такой Руах Акодеш? Что делает? Кто такой? Святой Дух Руах Акодеш. Что делает Руах Акодеш? Как, что делает? Как я могу быть исполнен, наполнен Руах Акодеш? Вы видите, что вот этот подбор тем, он вот от простого, более простого, уже более глубоко подходит, подводит нас к уикенду, о такой серьезной теме о Духе Святом. Вот, хорошая тема, достаточно глубокая тема. И вот на уикенде мы будем об этом говорить. Приезжаем с уикенда. Приехали. И следующая тема, получается 13-я, если по количеству. Ну, вы третью тему соединили в одну, да? Угу. Каким образом жить дальше? Вот наполнился я, исполнился Руах Акодеш, узнал, что это такое. После уикенда вы приехали с уикенда, и следующая встреча Алиф-клуба, и тема «Каким образом жить дальше?» И что мне с этим всем делать, да? Каким образом жить дальше? Следующая тема. Как я могу противостоять злу? Следующее. Как Бог направляет нас? Следующая тема. Исцеляет ли Бог сегодня? Да, это тема, очередная тема. Исцеляет ли Бог сегодня? Я почему же не называю номера, потому что некоторые три темы о Святом Духе соединили в одну тему. Так что у каждого своя нумерация сейчас получается. Исцеляет ли Бог сегодня? И когда вы будете давать вот эту тему, вот очень важно... В эту встречу молиться за людей, служители молятся за людей, за исцеление. Вот на одной такой встрече у нас один брат, уже сейчас он служитель тоже, у него было заболевание,
И он, даже когда он все это время ходил на Алиф-клуб, ну, ходил, он принимал, все ему было хорошо, интересно. И когда за него помолились, и его Бог исцелил от заболевания простаты, он тогда, он просто, ну, настолько принял вот реальность Божью, что он пришел в общину, покаялся, ну, и стал двигаться дальше. Бог творит на, вот, на таких вот служениях чудеса просто. Люди уже раскрыты, люди уже к вам открыты. Вы выезжали с ними на уикенд, вы знаете людей, они вам доверяют. И здесь вы можете молиться за людей. Это может быть в разной форме, эта молитва. Вы можете разойтись по залу, вы можете молиться где-то индивидуально. Можно приглашать, я думаю, что может молитвенную каких-то сильных молитвенников подготовить людей, сказать об этом людям, что будет молитвенная команда, которая движется вот именно в молитве за исцеление. Следующая тема. Зачем и как надо говорить другим о своей вере? Зачем и как надо говорить другим о своей вере? Вы знаете, когда люди... они раскрылись для Духа Святого, когда за них помолились, и они получили исцеление реально, человек, он не может молчать после этого. Ему нужно этим всем с кем-то поделиться, рассказать обязательно. И вот здесь очень важна эта тема. Человек должен донести до другого человека вот то, что он чувствует, вот правильно донести. Чтобы люди вокруг него, близкие люди, семья, друзья, на работе, они могли от него услышать хорошие, важные вещи, которые могут очень сильно коснуться тех людей, которые рядом. Правда же? И последняя тема. Что такое община? Та же любовь, да, отношения, та же еврейская наша тема. Что такое община? И вы знаете, что после этой темы, ну что будет дальше, там будет сегодня говорить Фаина, что же у нас будет дальше после Алиф-клуба, как дальше будут идти люди. Но я хочу сказать предварительно, что люди, некоторые люди, они уже приходят на наше служение во время прохождения Алиф-клуба. Когда мы говорим, а что, людей не приглашать на наши, ну, шабатни наши, на наши шабаты, на наше шабатнее служение? Если человек хочет, он знает, что мы община, он знает, что у нас проходит служение. Если человек хочет, его разве можно не пускать? Мы открыто не приглашаем. Приходите после первой и второй встречи, приходите, вот у нас шабаты. Но если люди узнают, что у нас шабат, и они хотят прийти, они приходят. То есть и руководитель столика уже знает, что вот этот человек во время Алиф-клуба, он уже не пройдя еще до конца, он уже начал приходить в общину. Поэтому мы открыты, не ставим запрет, но при этом мы не сильно это ставим на этом акцент. Обязательно, когда вы пришли на клуб, вы должны ходить на шаббат. То есть такого нет. До какой темы может приходить новый человек? Хороший вопрос. До какой темы может приходить новый человек? Вы знаете, что это очень индивидуально, потому что у нас были случаи на моей практике, когда человек впервые пришел на уикенд и сразу соприкоснулся с темой о Святом Духе. И Дух Святой коснулся, и человек остался на Алиф-клубе. Хорошо, когда люди приходят, конечно, в начале, на первых встречах. Это хорошо. Мы мотивируем людей. Приводите еще новых людей. Мы мотивируем людей приводить друзей, соседей, знакомых на первых встречах. Но если человек приходит позже, мы его ни в коем случае, ну грубо говоря, не выгоняем. Может с этим человеком идти более, ну,
ну, индивидуальная такая подготовка, более близкие отношения. Мы можем что-то ему еще рассказать помимо этого. Ты добавишь? Есть ситуации, когда мы человеку, если он уже пришел достаточно поздновато и не может вообще разобраться, что происходит, конечно же, мы ему советуем начинать. У нас есть в планах начало Алиф-клуба, и мы с ним поддерживаем отношения для того, чтобы он потом пришел на начало клуба. Вот. Но мы не теряем с ним контакт. Не теряем с ним отношения. Лучше, вот так как Ирина говорила, с самого начала, но мы допускаем, что люди приходят и на протяжении Алиф-клуба. Это больше индивидуально, насколько человек будет воспринимать уже середину, не зная начала. Либо мы ему объясняем, что было в начале, либо мы поддерживаем с ним отношения и советуем прийти на следующий Алиф-клуб, на открытие Алиф-клуба. Либо мы соглашаемся с тем, что он принимает то, что он принимает, и Дух Святой будет с ним действовать, с ним работать, и он войдет в общину. Да, попозже. Угу. Заютные дома. Хорошо, хорошо. Ну, вот такая, вот такие вот темы. Темы хорошие, правда? Темы важные. Я думаю, что будет очень хорошо, когда все темы будут включены в ваш Алиф-клуб. Если вы не упустите темы, потому что эти темы, вы знаете, они промолены. Уже практика прохождения киевской общины, прохождения нашей общины привела к тому, что вот эти темы, они должны быть освящены на Алиф-клубе. Ну скажите, как можно приходить на еврейский Алиф-клуб и не осветить тему антисемитизма, правда же? Здесь еще могут быть дополнения. Вот то, что я говорила, тема праздников. Она может быть включена. У нас был один Алиф-клуб, и попал у нас праздник Песах. Это было просто что-то очень хорошее. У нас была тема о Песахе. Мы сделали праздничный ужин именно под праздник. Вот. И действительно, все вот было, сценки, седер был, да. Вот, мы сценочки сделали именно по этому празднику. Было очень хорошо. Финансы. Позавчера мы при первой встрече говорили о финансах. Мы, может, Валечка отдельно переговорим. Да. Мы должны быть очень такие, знаете, мудрые, видеть ситуацию, насколько люди принимают одну тему за другой, насколько это у них откладывается. Например, у меня была ситуация, когда подавалась тема «Вера», было очень ясно и понятно, что эту тему нужно еще... Да, акцентировать людям, чтобы эта тема все-таки она больше для людей раскрылась. И у меня была такая ситуация, что я на следующую встречу продолжала тему веры. Такие темы, посмотрите к себе в тетрадь, такие темы из-за того, что есть праздники еврейские, из-за того, что какая-то тема должна быть все-таки еще больше раскрыта, из того, что вот в нашей практике было, мы могли тему, как я могу противостоять злу и как Бог направляет нас, мы могли соединить в одну. То есть вот эти последние темы, которые вы видите, их можно соединить, то есть раскрыть и соединить, потому что самые важные такие, которые будут основанием, это первая половина Алиф-клуба. То есть это как основание. Дальше мы можем эти темы немножечко соединять. Например, тему «Каким образом жить дальше» или следующую тему «Как я могу противостоять злу» тоже можно соединить. Или вот эти две можно соединить. То есть вы будете смотреть по ситуации, как люди принимают, как люди реагируют. Желательно если во время прохождения всего Алиф-клуба курса были некоторые дополнения в виде праздников или усилить какую-то определенную тему в начале, тогда вы можете некоторые темы соединить уже, которые в конце. Очень хорошо, когда еще такой дополнительный момент. У нас сейчас на Алиф-клубе стоит такая хорошая коробочка.
это не цдака, ну, цдака, само собой, еще одна коробочка. И в эту коробочку красивенькую люди бросают вопросы. Вот человек слушает темы вначале. И, например, может, он стесняется спросить. Ну, знаете, люди, может, стесняются стать, ну, показаться или глупым, или просто не знают, как правильно это сделать. И он может в эту коробочку опускать вопросы. И потом на одной из встреч мы эти вопросы собираем, мы готовим ответы на эти вопросы и уже смотрим, где мы можем на какой встрече просто сделать, уделить время ответам на эти вопросы. Понятно, что ответ, он не будет на один вопрос растянут на 15 минут. Он будет четок, ясен, конкретен. Мы уже будем готовы ответить на эти вопросы. Подтвержденные местами из Писания или свидетельством каким-то. Но это будет небольшой такой вот ответ-вопрос. У нас вот такой был интересный вопрос вот на этом Алиф-клубе. Говорит, сейчас вспомню, как он звучал. Как можно, не будучи евреем, можно ли, не будучи евреем, приходить в еврейскую общину? Или вот ну, что-то вот такое вот похожее. Вот человек пришел, вот он знал, что мы еврейская община. И вот он его сразу вот на первой встрече заинтересовал вот такой вопрос. Тема, которая звучит «Зачем и как мне следует читать Библию?», дает нам возможность потом людям предлагать учить наизусть ключевые стихи, ну, золотой стих давать. Мы делаем такие распечаточки, пишем этот стих и раздаем людям, чтобы они потом его учили наизусть. То есть тема Библии, она дает нам возможность, чтобы люди больше интересовались Писанием. Вот. Мы даем учить наизусть, потом также по Библии мы даем тоже, чтобы люди задавали какие-то вопросы, именно касающиеся Библии, то, что их интересует именно по Писанию. Вопрос, который Ира говорила, мы какое-то там уже отступление небольшое, мы даже какое-то время до конференции у нас в общине были внутренние такие служения, которые назывались «Если я не еврей, что я делаю в еврейской общине и кем я после этого называюсь?». То есть мы исходили из некоторых вопросов, которые люди задавали. Вот, поэтому... Люди будут задавать вопросы, нам нужно будет им донести. И вот это очень важно, когда мы вот сделаем такую вот, такое место, куда они могут бросать вопросы, для чего? У нас Алиф, сама встреча расписана. Мы не должны сильно отвлекаться на какие-то другие вопросы. У нас есть тема, у нас есть обсуждение по теме. Если человек, а все равно интересоваться, как Фаина говорит, будут, однозначно будут. Лучше вот это сделать на отдельной какой-то встрече. Вот такие темы у нас, хорошие темы, и переходим, наверное, дальше. Вопрос. Так. Дальше будем говорить, да? Ага. Сейчас мы будем отвечать. Мы это ответим, когда мы будем давать тему, что после Алиф-клуба. Вы запишите себе где-то, или мы там отметим, или вы запишите вопрос, потому что, ну, это важно. Это важно, да, это важно спросить. И вот у нас есть вот такие распечатки подробных программ на все встречи. Конечно, сейчас мы не сможем вам продиктовать все эти встречи, но я хочу сказать, что в каждом городе, в каждой общине, в каждой Алиф-команде это все будет очень и очень индивидуально. Это сразу вам говорю. Время прохождения. Мы расписывали, даже сидели всей командой и писали, сколько времени у нас должно быть на вступление, 5 минут. Сколько времени на песню? 5 минут, потому что все попели. Сколько времени должно быть на награждение первых 3 человек, которые пришли? Это все нужно учитывать, потому что потом, когда приходит время спикеру давать тему, и когда посмотришь, а что же было перед этим,
то у нас может быть так получиться, что спикеру меньше времени, мы можем урезать спикера, или еще что хуже, урезать время обсуждения, общения. А мы говорили, что общение – это одна из самых главных частей Алиф-клуба. Общение людей за столиком по теме. Так что вы, как команда, должны обязательно собираться. Мы говорили о том, вспомните, на первой встрече, мы говорили о том, что когда собирается Алиф-команда, она продолжает собираться. Во время прохождения Алиф-клуба она продолжает собираться раз в неделю. Она продолжает собираться. И на этой встрече люди всей команды молятся за тех уже людей, которые пришли. Мы молимся просто за каждого человека. У нас есть список этих людей. Мы молимся за каждого человека индивидуально. Мы молимся за водительство Духа Святого. Просим водительство Духа Святого. Мы молимся за служителей, за спикера, за администратора, за все служения. Мы также молимся за то, чтобы Бог... Он приводил новых людей. Это тоже важно. И вот на этой встрече мы садимся все вместе и думаем, как же мы будем проводить следующую встречу. Чтобы, может быть, бывают случаи, чтобы не сильно отвлекать всю команду, может несколько человек сесть, руководитель, например, ответственной творческой части, и расписать вот эту встречу поминутно. Это отдельно, вне этой встречи. Тоже такое может быть. И обязательно есть структура Алиф-клуба. Нельзя отходить от структуры, от основной. Основная структура – это встреча людей. Это соединение их через игры, песни, раскрытие их друг для друга, для общения дальше. Обязательно должен быть ужин. Ужин тоже может быть разный, в зависимости от того, где проходит Алиф-клуб. Это может быть серьезный ужин там, с картошечкой, с рыбкой, с салатиками, с чаепитием потом. Это могут быть бутерброды, какие-то сладости, мезеноты, там, чаек, кофеек. Я вам хочу сказать, что все еще может зависеть от финансовых наших поступлений. Так что это нормально. Мы столкнулись с тем, что если очень сильно обильный ужин, достаточно много еды, это немножко настораживает людей. Когда много еды, они понимают, что а вдруг от нас потом что-то захотят. Тут нас так кормят, да, как-то очень по-серьезному. Поэтому если даже мы готовим ужин, который там состоит из гарнира и что-то к гарниру, мы делаем это порция, чтобы она была небольшая. Чтобы она была маленькая. Мы заказываем в кафе и договариваемся о том, чтобы одну порцию разделить на две. К гарниру заказываем, допустим, если входят порционные кусочки мяса, там не один биток, а что-то по несколько можно было бы разделить. Да? Поэтому, когда большая очень тарелка, очень обильно много еды, мы не стараемся так не делать, потому что это не очень положительно было для людей. Очень творческие, чтобы было вкусно, чтобы было приятно на вид, и при этом это было цель к общению, а не это самое главное. Главное, чтобы люди общались за едой, но не главное, чтобы их покормить по максимуму. Да. Я вам хочу сказать, что если подходить с другой стороны, это еще экономия, правда? Когда мы эти порции поделим, вот когда вопрос, где же брать деньги, это на этом же мы можем тоже и сэкономить финансы. Я вам хочу сказать, что даже если человек приходит на Алиф-клуб, он видит, что он здесь кушает, и он какое-то время приходит с целью покушать, а такое тоже у нас было. У нас такое было. И мы это видим. То Бог, он может очень сильно коснуться этого человека. Не каждый человек покушает и уйдет, правда? Человек все равно покушает и останется. Вот. Он послушает, он примет. Если мудрый руководитель, лидер, хорошо подготовленный, он этого человека начнет хорошо вовлекать в обсуждение темы, тогда этот человек остается. Бог к нему приходит по-особенному тоже.
У нас был случай, когда у нас приходили люди, целый столик. Они приходили, они оставались, они были на каждой встрече от начала до конца. Но когда пришло время, и пришло время что-то делать уже дальше, после Алиф-клуба, этот весь столик, он ушел. Его не стало. Ну, люди ушли. Вот. Это тоже нужно, каждую ситуацию нужно разбирать отдельно. Был ли мудрый руководитель? Видел ли он эти вещи, когда было общение, как люди общались. Вы понимаете, что когда, ну оно уже видно, когда уже несколько встреч проходит, мы видим человека. Вовлек ли этот руководитель этих людей, которые пришли только, например, для того, чтобы покушать, вовлек ли он их в обсуждение темы, или он сам только говорил, а люди продолжали быть на своей волне и только слушать руководителя. Это все очень индивидуально. Нужно быть руководителю Алиф-клуба, руководителю, нужно быть в плотном взаимоотношении, в тесном взаимоотношении с каждым членом Алиф-команды. Он должен знать каждого человека. Он должен видеть просто сердцем его служение, как он служит. Помогать. Если есть какие-то ошибки, помочь, поддержать, исправить. Это, знаете, служение не только вот мы прошли подготовку, Алиф-подготовку, включились в клуб, и так доходим до конца. Вот как научились, так и дошли. Это постоянное, знаете, такое обновление, постоянная учеба, постоянные какие-то, даже, может быть, что-то поменять нужно где-то. Вот какая-то такой момент бывает. Потому что нужно быть очень чутким. Это люди. Они все разные. Как и мы все разные. И к нам приходит, мы ожидаем, например, одних людей, а может прийти, вот мы ожидаем, допустим, нацелились на молодежь, а приходят люди старшего возраста. Слава Богу за этих людей. Была одна история из общины, когда ребята впервые начали Алиф-клуб. И они к нему готовились, искренне готовились, команда подготовлена была, они хотели начинать служить новым людям. И когда они провели очень такое большое большой концерт, привлечение новых людей, после чего был первая встреча, вот эта нулевая. Если у нас была ситуация, после большого концерта пришло больше 100 человек, так у них была противоположная ситуация, не пришел никто. После огромнейшего концерта ребята полтора месяца готовились. Первая встреча. Пришел, может быть, один от силы двое человек. То есть после концерта вообще ни один человек не пришел. Знаете, что ребята сделали? Они тут же вышли на улицу и собрали людей, которые нуждались, которые, и вы знаете, потом эти люди, там такие были свидетельства, они такие получали исцеление, они настолько ждали этого момента, чтобы их кто-то пригласил и позвал. То есть мы доверяем Богу, мы, если что-то по нашей логике, нашим ожиданиям не получилось, мы продолжаем доверять Богу. Мы делаем от нас все возможное, чтобы мы могли делать. И ребята вышли на улицу и собрали всех тех, которые нуждались. Понимаете? И клуб продолжался. Клуб продолжался, и приходили люди. Мы тогда сейчас, я дополню, это вообще такой пример хороший. Хорошо, что Фаина очень вспомнила его, потому что я помню эту встречу. Мы не собрали тогда 50 человек. С улиц. Мы собрали меньше людей. Но когда была следующая встреча, люди пришли. Вы понимаете, что Бог, Он увидел, понимаете, сердца наши. И пришли люди. Не только те, которых мы собрали, пришли люди, которые были приглашены. Нам ни в коем случае нельзя отчаиваться, нельзя опускать руки, нельзя просто разочаровываться. И вот еще опять же тоже нас, как отслужителей, вот просто, ну, Бог ждет каких-то действий. Мы не должны опустить руки и сесть. Бог ждет действий и правильных действий. Вы знаете, что иногда зачастую верующие люди, которые уже много-много-много лет с Богом, бывают такие случаи, когда вот такая ситуация происходит, человек там
ну, как-то реагирует, вернее, не реагирует как-то, ну, в следующий раз придут, мы помолимся. Вот это такая реакция была хорошая ребят, которые пошли, просто физически вышли, стали действовать. Они просто так вот присели. Ну, слава Богу. Спасибо, Фаина, что ты вспомнила. Еще хорошее может быть такое, знаете, для каждого из нас, ну, ободрение, что настраиваться всегда все равно на результат. Настраиваться на результат. Бог нам дал веру, правда? И у нас этой веры больше, чем у тех людей. И мы своей верой можем покрыть этих людей, чтобы им помочь подниматься. Они в себя не верят еще. Они еще в себя не верят. Но если мы верим в них, первое, что мы верим в своего всемогущего Бога, правда? Мы поверили в себя как служителя, как в сына или дочь Божью. Мы можем поверить и в тех, которых он поднимает, и мы им несем эту веру. Люди, они в себя не верят. Люди настолько могут уже, знаете, разочароваться в жизни, в себе, что наши отношения, наше ободрение, наша любовь к ним, наше сострадание, наша дружба друг с другом, она дает людям подняться. Это им помогает подняться. Когда они видят, что мы друг с другом дружим, что у нас какие-то особенные взаимоотношения. В мире нет таких отношений. У них нет таких отношений ни с кем. Даже с собственными родственниками нет таких отношений. Когда они видят нашу дружбу, нашу поддержку друг другу. И, конечно, это очень сильно на людей влияет. Очень сильно на людей влияет. Заботу друг о друге, заботу о них, это очень влияет на людей, в хорошем смысле слова. Вы знаете, когда у нас даже клуб заканчивался, и мы видели людей, которые с трагической судьбой, которые очень сильно нуждаются. Вы знаете, мы кроме слов ободрения, кроме поддержки, кроме молитвы, мы могли им еще помочь. Если там что-то оставалось после этого ужина, мы могли им дать с собой покушать. То есть они настолько были тронуты вот этим вниманием, кто-то мог их благословить. То есть мы их не держали за счет того, что покушать или благословить, но мы это делали из-за того, что мы любим Бога и любим этих людей, которые пришли и нуждаются. И они это видели. И они начинали открываться, они начинали доверять. Они приходили в семью, и они чувствовали себя принятыми, уже не сиротами, не одинокими, а действительно детьми Божьими. И мы говорим о том, что мы все разные. У кого-то сложилось в жизни, у кого-то не сложилось. Даже у тех, кого сложилось в жизни, они все равно по жизни могут быть одинокими. Даже если у них есть жена, даже если у них есть муж, они все равно где-то внутри чувствуют это одиночество. Только Бог может это заполнить. Только Бог может принести настоящую радость и восполнить все это. Поэтому, знаете, доверяем Богу, верим и несем людям вот эти Божьи взаимоотношения. Слава Богу. И все-таки я вам прочитаю план структуры встречи, чтобы вы имели представление. Мы говорили о праздничном ужине, насыщенная структура, насыщенный такой план. Сейчас он будет немножко меньше. Хотите, записывайте, хотите, прослушайте. Я могу, если хотите, даже по времени вам сказать, продиктовать, но это будет очень быстро, чтобы я долго не затягивала время. Хорошо? Значит, этот клуб у нас начинался в 18:00. Это было где-то летнее время, ну, уже такое время, когда было светло. Вот, и он начинался в 18:00. 18:10. Приветствие, гимн, герб. Мы вот поем, напоминаем о правилах. Вот эти 10 минут. Встречаем радушных гостей, друзей уже. 18:10, 18:15. Мы можем напомнить о том, 5 минут, что у нас есть СДК, что насколько это важно, что это просто мицва. Вот, и говорим об этом людям. 18:15, 18:20. Тоже 5 минут. Награждение первых 3 людей, пришедших на встречу, там подарки, похлопали, молодцы какие, что вы пришли. 18:20, 18:35. Ледокольная песня.
песня такая вот, ну, вот у нас тут есть вот, по примеру, пароход. Вот опять сегодня, вот опять мы вместе собрались. Люди могут попеть. Ну, тут она написана ледокольно. Просто так, чтобы людей расслабились, люди, да, собрались, ну, вот вместе. 18.25, 18.50. Ужин. Чаепитие. Угу. 18.25. Ой, 18.30, опечаточка. Угу. Да. 18.20, 18.25. Восемнадцать двадцать пять, 18.50 ужин. 18.50, 19.05. Подготовка к игре и игра. 19.05, 19.10. Вот здесь мы уже включаем песню, которая ближе к теме, песню глубокую, поклонение, прославление, песня может быть. 19.10, 19.30, 20 минут, тема. Но я вам хочу сказать, что тема, здесь у нас тема написана, значит, 20 минут, да? Но тема, она может быть увеличена. Ну, время подачи темы, оно может быть увеличено. Можно полчаса уже увеличивать после третьей-четвертой встречи. Люди уже хорошо принимают. Они уже ожидают чего-то. Но увеличено не за счет прохождения всего Алиф-клуба, а где-то за счет какой-то из частей структуры. 19.30, 19.50. Обсуждение темы за столиком. Знаете, когда уже люди знают, что будет тема, а потом будет обсуждение... Они вот только конец темы, вот они все сидят лицом к спикеру, только конец темы, они ну, буквально в секунду поворачиваются друг к другу и начинают что-то сразу, уже что-то, они же уже понимают, что будет обсуждение, они, да, время ограничено, будет обсуждение, вот, и у них же есть что сказать уже по этому вопросу, вот, и они начинают сразу говорить, ну, тоже очень интересно. Вот, у нас еще были случаи, когда... У нас вот сидит семья хорошая за столиком, как руководители. И уже клуб закончился. Вот, уже мы попрощались, уже все начинают уходить. Они так на меня так смотрят, вот так тоже. И вот еще как бы начинают, не договорили, понимаете? Вот тема обсуждения им не хватило. Вот они говорят, мы хоть 5 минут, мы вот 5 минут, мы еще. Если так уж они хотят договорить. Если время позволяет аренды помещения, если людям это не накладно, чтобы никто не чувствовал, что его столик остался, а мне вот нужно уходить, а я не могу идти, потому что как бы все мои остались, то это можно допустить, ну, буквально на минут 5. Но все равно, вы знаете, хорошо, когда остается такой голод. Вот чтобы вот, ну, мы что-то где-то не договорили, вот мы в следующий раз встретимся, и обязательно вот мы вот поднимем эту тему. Да. Знаете, вот это очень хорошо. И вот руководители малых групп, вот столиков, должны очень хорошо это прочувствовать, чтобы, знаете, как вот, ну, не высказали все, и уже как бы говорить больше не о чем. Вот. А когда они потом на следующий раз встречаются, и когда у нас перед ужином идут такие вот свободные темы, вот кто-то так вот что-то хочет сказать еще. Вот, а я вот подумал, вот за эту неделю я вот подумал. Бывают такие моменты, что среди недели звонят и переспрашивают вот какие-то вещи. Это, знаете, когда дружба, когда люди начинают дружить, уже есть отношения между людьми. Вот, это очень хорошо. И потом, после обсуждения, 19.50-20.00, такая хорошая наша еврейская песня. Да, да,
Мы танцевали, и в хоровод людей поднимали, и хлопали, и пели, да. Вот. И после песни мы обязательно не забываем приглашать людей на следующую встречу, сказать о том, что мы были очень рады сегодня всех видеть, просто ободрить людей и пригласить обязательно на следующий раз в такое-то время, в такое-то место.